Здравствуйте. Сегодня рассмотрим тему, как полностью отключить все автозагрузки, которые при запуске компьютера в автоматическом режиме запускаются без нашего ведома, и мы их никак не увидим. Давайте сейчас сперва я открою диспетчер задач и посмотрим, сколько здесь отображается автозагрузок. Как видим, только одна программа у меня. Остальные как бы отключены, но на самом деле это не так. Закрываем. Открываем панель управления. Администрирование. Конфигурация системы, службы. Здесь проставляем галочку «Не отображать службы Microsoft». Ставим галочку. И если мы просмотрели, что все здесь службы нам не нужны, тогда «Отключить все» нажимаем здесь. А потом можно по отдельности включить ту службу, которая нам необходима. Я вот так проделал. И мне необходимо, чтобы только эта одна программа была запущена. System Explorer. Все, я ее включил. Применить. Окей. Закрываем все это и нажимаем «Перезагрузка». С вами был канал «Все своими руками 36». До свидания.